Комментарий. Комментарий к фильму «Пистолет». Охуенный фильм. Охуенный. Не, вы слышали? Охуенный фильм. Расскажи про любимые, ну, запомнившиеся места, моменты. Мне нравится роль, когда его убили сразу. Вот просто... А, это сам... Я хочу эту роль. Это в самом начале фильма. Да, когда... а дальше снимается вместо меня, короче, Юра молодости, вот. Я в молодости. Это в самом начале фильма, когда Большого убивают. Я схуднул. Юра, я схуднул. Давай я просто, как будто я победил анорексию, нахуй, и как бы это, я в будущем. На самом деле мы приехали в сторону... Там, смотри, как будто такой... Киченес, я не буду больше есть! Смотри, на камере так видно, что там ядерный взрыв. Да. На самом деле мы идем... Мы приехали в сторону поселка Андреевский, он находится вон там. Военная база. Воинская часть, то есть. А там находится заброшенный военный бункер. То есть мы решили съездить в военный бункер. Вот, посмотрели фильм «Пистолет» и решили сходить в бункер. Вот, фильм «Пистолет» подводит к тому, чтобы сходить к бункеру. Да. Гопники мимо военной базы прошли, блин, ночью. Собаки гавкают. А мы пошли за грибами. Пойду курей. Я пошел за грибами. Выковыривать из льда.